Всем привет! Скучали? Пока холодное время года и всем не хватает витаминов, я задался вопросом, а что если дать витаминку своему питомцу? Под рукой оказался лимон. Я погуглил и понял, этот цитрус мне подойдет. Сам попробую, чтобы убедиться, что кислоты в нем достаточно. Лимон считается в народе рекордсменом по количеству витамина С. На самом деле, по содержанию аскорбиновой кислоты, он не выделяется среди других цитрусовых и даже отстает от некоторых из своих собратьев. Но это не делает его бесполезным продуктом. Народная медицина включает лимон в рецепты препаратов от тысячи болезней, от сибореи и артрита до запора и туберкулеза. Давайте посмотрим, как он подействует на нашего клеща. Выдавим лимон, чтобы окунуть в него клеща Демодекс. Вам уже жалко его, да? Я добавил лимон, и через 12 минут видно, что он замедлился. Я было решил, что скоро все закончится, и на 17-й минуте добавил еще лимона. Но клещ, походу, распробовал витаминку и стал активнее. А у меня проснулся интерес. Я ускорил видео на 800%, чтобы вам было видно, как он разворачивается. На 25-й минуте он замер, ну все, думаю я, не выдержал он. Хапнул ударную дозу витамина С. Добавил еще лимона, через пару минут он как будто ожил и снова начал активничать. Он реально ведет себя так, как будто под допингом. На 40-й минуте он начал наяривать круги и вести себя кое-как. Смотрите, какой он активный. Мне кажется, ему реально все равно, куда ползти. Он тусит, застревает, быстро шевелит лапками, прям танцор диска. На 50-й минуте ничего не меняется, его продолжает переть от лимона. Ну, вроде замедлился. 60-я минута, и я добавляю еще лимона, и снова начинается движ. Он добирается до ниточки и, конечно, застрял. Под витамином С для него все возможно, и он находит в себе силы вылезти из петли. Один час и 15 минут. Он нашел волос и еще много разных препятствий. Короче, клещ ищет приключений на свои многострадальные лапки. Через 1 час 30 минут я понял, что сок лимона его не убьет, а сделает его быстрее и здоровее. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшний эксперимент. Совершенно понятно, что лимон действует на клеща как энергетик. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Не забывайте заботиться о своем здоровье, а я, пожалуй, пойду еще лимона съем. Пока-пока!